Здравствуйте. Вы смотрите программу «Неделя» в центре внимания новости Нижнекамска. Меня зовут Ислу Хафизова. Коротко о главном. Он подал на крышу за ними. Они сказали... Нельзя рисковать, надо взрослых позвать. Нет, мы всегда там лазим. Опасные развлечения. Дети рискуют здоровьем и жизнью, играют на верхних этажах недостроя. Настоящая феерия эмоций. Фестиваль рабочей молодежи «Нижнекамск-Нефтехима» в самом разгаре. Дети всегда хорошие везде, в любом городе. В детской библиотеке «Апуш» в рамках недели книги прошла встреча с поэтессой Верой Хамидуллиной. Начнем программу с наиболее важных событий уходящей недели. Например, в Нижнекамске продолжаются рейды на водоемах. Сотрудники МЧС напоминают рыбакам об опасности, которая может настигнуть их в любой момент. Покров озера с каждым днем тает, а любители рыбалки не спешат покидать свои излюбленные места улова. Каждому из них спасатели раздают памятку с основными правилами нахождения на льду. У нас сейчас, согласно распоряжению министра МЧС, введен круглосуточный пост спасательный, то есть спасатели ЗПСО набережной Челнинского, плюс работники ГИМС, то есть круглосуточно дежурят на этом посту для предотвращения любых нештатных ситуаций на водоемах Нижнекамского района. На днях в Нижнекамске возле памятника воинам-интернационалистам состоялся митинг, посвященный 208-й годовщине со дня образования внутренних войск МВД России. На мероприятии собрались и ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие в отставке, матери сыновей погибших в горячих точках. Также присутствовали и представители акционерного общества «Нижнекамск-Нефтехим». Стоит отметить, что градообразующие предприятия проводят большую работу в военно-патриотическом направлении. Мы стараемся принимать во всех таких мероприятиях участие, но привлекать, конечно же, работников нашего предприятия, именно тех людей, кто участвовал в боевых действиях в Афганистане, в Чечне. Ни дострой, ни площадка для детских развлечений. Неравнодушные нижнекамцы просят обратить внимание на заброшенную стройку на проспекте Химиков, куда каждый день пробираются дети. Самое опасное, что играют они на самых верхних этажах, где нет никаких ограждений. Все это может привести к трагичным последствиям. В ситуации разбирался наш корреспондент. Он туда на крышу за ними. Они сказали, что... Нельзя рисковать, надо взрослых позвать. Нет, мы всегда там лазим. Эта заброшенная стройка уже давно превратилась в детскую игровую площадку. Каждый день прохожие наблюдают, как мальчишки, рискуя своей жизнью, лазают по верхним этажам. Кран убрали, лазили по крану. Сейчас после школы идут и сразу на стройку. Если упадет, будет летальный исход, кто будет отвечать? Кому стройка принадлежит? Уже сколько лет? Сама по себе территория ограждена, ворота закрыты где-то на замок, а где-то только на проволоку. И пробраться на стройку несложно. Опасно, если старшие-то ничего не будут. Они с ними на них глядя маленькие бегают там, малыши. Потом еще там могут и наркоманы быть и так далее. Результат, сами понимаете, что может быть. С вопросом, кому принадлежит объект и кто понесет ответственность в случае ЧП, мы обратились в управление архитектуры. Государственный жилищный фонд является собственником объекта строительства и собственником земельного участка. Как бы подрядная организация на сегодняшний день на стадии заключения договора инвестирования с государственным жилищным фондом при президенте Республики Татарстан. Поэтому государственный жилищный фонд пока несет ответственность. В управлении нам пообещали проследить за решением ситуации. Также не стоит сбрасывать со счетов и родительское воспитание. О смертельной опасности игр на стройке детям надо говорить постоянно и стараться их пресекать. Что касается самого недостроя, нам стало известно, судьба его вот-вот должна решиться. Государственный жилищный фонд уже определил генерального подрядчика. Сейчас идет работа с документами. Регина Нурмухаметова, Марина Чернышкова, Н-Медиа.
Мы будем следить за развитием событий. А теперь к другой теме. На днях подвели итоги нижнекамских сельхозярмарок. В работе совещания приняли участие начальник отдела торговли и потребительских услуг Марат Вафин, заместитель руководителя НМР по сельскому хозяйству Альфред Нигмадзянов, а также руководители сельхозформирований и фермерских хозяйств. Работа сельхозярмарок в городе стартовала 15 сентября прошлого года. На трех площадках с наступлением сезона началась продажа овощей, мяса, меда, молочной продукции и других продовольственных товаров. Всего за прошедший ярмарочный сезон реализовано более 856 тонн продукции. Благодаря таким ярмаркам у нижнекамцев есть возможность приобрести экологически чистую продукцию по приемлемым ценам. Поэтому главным вопросом на совещании стала тема о возможном продлении работы ярмарок. В эфире итоговая программа недели, на очереди оперативная сводка. Не переключайтесь. В Нижнекамске сотрудники ГИБДД поймали водителя, который на протяжении долгого времени пользовался поддельными правами. Как оказалось, в 2017 году он приобрел удостоверение в Москве. Нижнекамец два года пользовался фальшивым удостоверением, пока его не остановили автоинспекторы. Мужчине предъявлено обвинение в преступлении по статье «Использование заведомо подложного документа». Ночью на единый номер вызова экстренных служб поступило сообщение, что на Каме вблизи поселка Красный Ключ на льду лежит мужчина. Он грозился утопиться в проруби. На место тут же выехали спасатели и доставили нижнекамца на берег, после чего передали полицейским. Оказалось, что спасенный сам прорубил ногами майну. За свой хулиганский поступок он понесет административное наказание. В четверг под Нижнекамском произошла серьезная авария. 44-летний водитель Ford Focus выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Kia Rio, за рулем которого был 41-летний местный житель. Оба водителя получили различные ушибы. Вы смотрите программу «Неделя». Для тех, кто присоединился к нам только что, я напоминаю, что все свежие новости Нижнекамска и не только вы можете найти на сайте media.nknk.ru, а также в группе ВКонтакте. Я же передаю слово своей коллеге Евгении Смоленковой. В центре внимания – производственный сектор нашего города. Здравствуйте! Пришло время новостей промышленного сектора. Прямо сейчас вы узнаете о том, что интересного произошло на производственных площадках компании «Нижнекамскнефтехим» и не только. Вначале коротко о главном. Еще один этап строительства нового коллектора. На объекте запустили новые буровые машины. Когда приезжаешь сюда, ты чувствуешь, что люди заражены этим импульсом постоянного движения и совершенствования. Отлично сработано. В Нижнекамскнефтехиме проверили качество пищевого каучука. Я, честно говоря, не поверил, потому что очень много достойных людей. Люди достойные похвалы. Расскажем о заслуженном энергетике Татарстана, который трудится на Нижнекамскнефтехиме. Нижнекамскнефтехим продолжает строительство нового внеплощадочного коллектора водоотведения промливневых стоков. Напомним, уникальная работа проводится под землей на глубине до 20 метров. При строительстве используется самое современное оборудование. Например, буровые машины, которые работают под землей. А вот как они работают и кто ими управляет, узнаем прямо сейчас. Необходимость в строительстве коллектора возникла в связи с наращиванием мощности и развитием Нижнекамского промышленного узла. Строительство на глубоких участках происходит путем микротоннелирования. Это уникальный метод, который не требует раскопки канавы. Именно так коллектор прокладывают со стороны первой промышленной зоны. Впереди идет буровая машина, и за ней следом запрессовываются железобетонные трубы. Вот представьте, как метро строят, то же самое. Это все под землей, на глубине, максимальная глубина укладки труб до 16 метров, даже глубже. При управлении мощным оборудованием специалисты подрядной организации используют самые современные методы. Например, навигационную спутниковую систему ГЛОНАСС. Это позволяет измерять расстояние от десятков метров до нескольких километров. Сложная работа идет по плану.
На сегодняшний день микротоннелированием уложено чуть более 220 метров погонных. Открытым способом уложено уже более 2 километров трубы. Коллектор прокладывают одновременно на двух площадках – вблизи биологических очистных сооружений. Это делают уже традиционным методом – траншейным. Запустить в работу новый объект планируется до конца года. По словам заместителя начальника цеха, он позволит уменьшить нагрузку на действующий химзагрязненный коллектор, своевременно осуществлять их ремонт, перенаправляя стоки с одного на другой. А главное – снизить риск негативного воздействия на окружающую среду. Айсу Хафизова, Радик Хабибулин, Лейсан Саитова, Н-Медиа. При производстве любых пищевых продуктов нужно следовать строгим правилам. Качество товара должно быть идеальным, помещение и оборудование соответствовать всем санитарным нормам, а персонал должен соблюдать правила личной гигиены. Ежегодно по заказам потребители на заводе БК выпускают сотни тонн пищевого каучука. Как известно, этот продукт служит сырьем для изготовления жевательной резинки. Поэтому завод регулярно посещают специалисты в области пищевых стандартов. На этой неделе на объекте прошла очередная проверка. Об ее итогах расскажет Гузель Вазиева. Совсем скоро этот брикет отправится потребителям и после переработки станет жевательной резинкой с огромным разнообразием вкусов. А пока перед нефтехимиками стоит серьезная задача. Продукт должен получиться максимально качественным и безопасным для дальнейшего использования. Для этого в цехе проводят огромную работу. При выпуске сырья для пищевой продукции на заводе внедрены мероприятия по фильтрации сырья и вспомогательных материалов, по гигиене персонала, по чистке и мойке помещений и оборудования. А вот оценку всей этой деятельности дают аудиторы. Ежегодно они посещают производство и досконально все проверяют. Есть такое понятие, как критические контрольные точки и оперативные программы управления. Так вот, мы смотрели, что они действительно выполняются. И смотрели, что периодически происходит проверка, подтверждение, что они могут и в состоянии, в случае какого-то сбоя в процессе отклонения, они в состоянии, как я говорю, поймать эту опасность. Очередная проверка заняла 3 дня. Итоги подвели за круглым столом. Предприятие отслеживает все современные требования и тенденции, касающиеся качества и безопасности в различных сферах, отметил аудитор. Когда приезжаешь сюда, ты чувствуешь, что люди заряжены этим импульсом постоянного движения и совершенствования. Нравится то, что я приезжаю каждый год, и я слышу о том, что предприятие развивается, увеличиваются рабочие места, внедряются какие-то современные требования. Несмотря на то, что процесс изготовления пищевого каучука значительно отличается от процесса изготовления промышленного, в них все же есть много общего. Такие аудиты для нас очень полезны, так как требования пищевой безопасности мы также применяем при выпуске каучука для шинной промышленности. Популярность продукции завода означает, что она соответствует всем необходимым требованиям. И нефтехимики прекрасно справляются со своей задачей. Гузель Вазиева, Марина Чернышкова, Н-Медиа. На днях в Казани сотрудникам Нижнекамск нефтехима присвоили почетное звание «Заслуженный энергетик Татарстана». В числе награжденных нефтехимиков Марат Шакиров, электромонтер управления энергоснабжения. Награду он получил не случайно. Грамотный специалист, отлично разбирается в эксплуатационном обслуживании и ремонте электрооборудования, а также в производстве оперативных переключений. Кроме того, курирует многие объекты проектно-конструкторского центра. О заслуженном энергетике наш следующий сюжет. Сегодня электрик – это специалист, занимающийся монтажом, ремонтом и обслуживанием бытового и промышленного оборудования. Эта профессия подразумевает повышенную ответственность. Однозначно электриками становятся люди аккуратные, внимательные и обладающие хорошей реакцией, такие как Марат Шакиров. Именно с этой должности в далеком 1984 году он начал свою трудовую деятельность. Я заканчивал 44-е училище. Практику здесь проходил на химии, работал. Тоже в 1102 цехе. Ну, после армии уж я уехал в Сургут. Потом работал в Агропромэнерго. А потом вернулся в этот цех.
Цех электроснабжения работает более 40 лет. Здесь трудится почти 70 человек. Они обеспечивают бесперебойную работу заводов «Нижнекамск-Нефтехима», а также участвуют во всех пусконаладочных процессах. Сам цех имеет особое значение для производства. Именно поэтому, когда они запускают новые технологии, происходят масштабные изменения и в самом подразделении. Задача нашего цеха – это бесперебойное электроснабжение заводов первой промышленной зоны. И остановиться мы как таковой не можем никогда. У нас есть резерв. Мы занимаемся ремонтом поочередным трансформаторов, оборудования, которое находится у нас на подстанции, в то время, когда заводы аналогичные стоят у себя на капремонт. Подключаются к нашим отходящим фидерам на подстанции. В данном случае у нас было на ГП-10 подключение, РП-43. Соответственно, меняется все в плане того, что наименование, однолинейные схемы в диспетчерском щите. Все это необходимо, так как любые изменения могут отразиться на внутренней работе цеха. Ведь одной из его задач является бесперебойное электроснабжение, прием заявок от диспетчеров на подключение оперативных переключений. Начальник смены цеха рассказал и о новинках, которые были внедрены для более оперативной работы. Вот есть новинка. Это у нас компьютер, который компьютер по телемеханике. Сигналы приходят здесь. Положение коммутационным, включенным-отключенным коммутационных аппаратов. Цех по-настоящему один из лучших помощников градообразующего предприятия. Поэтому Марат Шакиров искренне гордится быть частью этого коллектива, ведь он выполняет важные обязанности. С уверенностью можно сказать, что Марат Мирзович нашел себя в компании «Нижнекамск-Нефтехим». Буквально недавно Марата Шакирова наградили за добросовестный и кропотливый труд. Церемония прошла в Пушечном дворе Казанского Кремля. На торжественном событии высокую награду ему вручил председатель Госсовета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин. Я, честно говоря, не поверил как-то, потому что очень много достойных людей, очень достойные, которые действительно добросовестно работают, очень качественно, очень все. И за это как-то было, ну, как-то сильно очень удивился. Коллеги Марата Мирзовича характеризуют его как опытного наставника, высококвалифицированного специалиста и хорошего друга. Безусловно, пока в акционерном обществе работают такие профессионалы, о развитии и процветании компании можно не переживать. Регина Нурмухаметова, Радик Хабибулин, Лисан Саитова, Н-Медиа. Чуть больше года назад в Нижнекамск-Нефтехиме появилось новое подразделение. Путем слияния двух заводов по производству олигомеров и окиси этилена создан один мощный – завод олигомеров и гликолей. Перед коллективом поставлены важные задачи – увеличить мощности производства и расширить ассортимент продукции. Над этим сегодня нефтехимики активно работают. О деятельности завода и основных итогах доложили на еженедельном совещании руководителей предприятия. Подробности у Гузель Вазиевой. На заводе олигомеров и гликолей выпускают десятки различных видов продукции. Все они пользуются большим спросом как на российском, так и на мировом рынках. К тому же продукция этого завода широко используется на других производствах Нижнекамск-Нефтехима, например, окиси этилена. Основная доля производимого окиси этилена – это более 80%, перерабатывается внутри акционерного общества в более высокомаржинальные продукты. Это гликоли, неонолы, полиэтиленгликоли, полиэфиры, этилсалазоль. С этого года мы начали перерабатывать окись этилена, выработанную из добавочного этилена, в гликоли, что позволит дополнительно загрузить имеющие мощности установок МЭГА. Завод постоянно развивается, и одна из основных задач нефтехимиков на этот год – расширить ассортимент продукции. Так, сейчас подразделения активно работают над двумя крупными проектами. Первый из них – производство катализаторов мощностью 3000 тонн в год. Получаемый продукт будут применять при изготовлении изобутилена. Технология, примененная в производстве, является совместным трудом отечественной науки в лице КФУ и технологических решений, разработанных специалистами нашего общества. Важный момент – экологичность установки. Благодаря технологии и использованию передового оборудования не будет воздействия на окружающую среду. Первая пробная партия катализатора уже прошла проверку качества. Продукция полностью соответствует техническим условиям. Ну, задачи поставили сами, правильно все, надо сейчас отрабатывать по катализаторным процессам, то есть отрабатывать на увеличение производительности.
Ассортимент завода в скором времени также пополнит метоксиполиэтилен гликоли и высокомолекулярные твердые полиэтилен гликоли, сокращенно МПГИ и ТПГИ. Сфера их применения довольно широка. Моющие средства, антистатики, стабилизаторы и прочее. В основные задачи входят не только освоение новых марок, но и выполнение ряда экологических программ. Например, в этом году на сливоналивных эстакадах завода внедрили системы герметичного налива для исключения выбросов в окружающую среду. Кроме того, в планах заводчан работа в сфере промышленной безопасности и энергосбережения. Гузель Вазиева, Роман Мальцев, Н-Медиа. Соблюдению требований охраны труда и техники безопасности в компании «Нижнекамскнефтехим» уделяется особое внимание. Каждый сотрудник должен знать и помнить, что соблюдение всех правил – это его прямая обязанность. Но что именно должны знать нефтехимики и какие задачи стоят перед службой по КПБ и ОТ? Об этом нам сегодня расскажет начальник отдела отчетности и методической работы по охране труда Руслан Садриев. Руслан Зульфатович, здравствуйте. Здравствуйте. Насколько важна промышленная безопасность и охрана труда для акционерного общества «Нижнекамскнефтехим»? Каждый руководитель на верном производстве обязан проявить заботу о своих работниках и оборудовании, на котором они трудятся. На заводах акционерного общества необходимо не только строжайше соблюдать трудовую дисциплину, но и вести неустанный контроль за безаварийной работой каждого оборудования. Для обеспечения безопасной работы сотрудников, улучшения условий их нахождения на предприятии и безотказной работы оборудования в компании действует отдел охраны труда и службы производственного контроля за промышленной безопасностью. А в чем предназначение управления производственного контроля за промышленной безопасностью и охраной труда? Вся работа по охране труда и по правам безопасности базируется прежде всего на профилактике. Ежегодно у нас формируется сводный план комплексных проверок по акционерному обществу. В проверках участвуют все технические службы, которые проводят проверки по своим направлениям. Если есть какие-то замечания, формируется акт, который анализируется с тем, чтобы выявить природу замечания. Что это? Недостаток в обучении, квалификации, неподготовленность персонала. Все замечания, выявленные в подразделениях, находятся на контроле, устанавливаются сроки их исправления. В конечном итоге каждой надзорной службой проверяются все подразделения компании. А расскажите простыми словами, что такое охрана труда и что в нее входит? Если говорить об охране труда, то это профилактическая работа, направленная на сохранение здоровья и жизни людей. Промышленная безопасность направлена на безаварийную эксплуатацию опасных производственных объектов. Достигается все это в первую очередь за счет готовности обслуживающего персонала, его квалификации. У нас имеется свой учебный центр, где практически по всем рабочим специальностям проводится обучение. То есть наш центр приближен непосредственно к заводу и управлению. Что касается эксплуатации опасных производственных объектов, это подготовка персонала к возможной локализации аварийной ситуации. Для нас очень важно, насколько персонал подготовлен к этому, потому что риски аварийной ситуации осуществляются всегда и везде. Чтобы минимизировать риски, исключить их, постоянно проводить свою работу именно в части практической подготовки персонала. Учебно-тренировочные занятия проводятся во всех сменах на опасных производственных объектах, в цехах, на уровне завода, на уровне объединения. А что является основой соблюдения охраны труда и на что направлена работа службы охраны труда? Нижнекамскнефтехим работает около 15 тысяч человек и эксплуатируется более 30 тысяч единиц оборудования. И когда по каждому рабочему месту разработана инструкция по охране труда, а для каждого оборудования существуют разработанные инструкции по обслуживанию, необходимо постоянно контролировать выполнение разработанной документации. Поэтому главный вопрос предупреждения травматизма и аварии – это дисциплина. В конечном итоге работа надзорных служб направлена на то, чтобы каждый работник был дисциплинирован и все это дело по правилам. Правил для работника компании достаточно много. Когда человек устраивается на работу, он проходит вводный инструктаж. Далее инструктажи на рабочем месте, где его знакомят со всем спектром вопросов и опасностей, с которым он будет сталкиваться. Безопасность работника в Нижнекамскнефтехиме всегда на первом месте. В этом числе это применение средств индивидуальной защиты, спецодежды. Выдача работникам спецодежды производится на основе разработанных типовых норм. Средства индивидуальной защиты, к примеру, каска и противогазы обязательно должны применяться, например, при выходе на наружную установку. Правила применения средств индивидуальной защиты регламентированы локальными инструкциями. Но основной вопрос – это дисциплина. Чем она тверже, тем больше порядка. Поэтому именно дисциплину на
Ответственность каждого работника в процессе работы, на мой взгляд, должны уделять особое внимание. Если человек дисциплинирован, то и нарушений не будет. Руслан Зульфатович, спасибо, что были сегодня с нами, что ответили на наши вопросы. До новых встреч. До свидания. На этом все о производстве. Я с вами прощаюсь и передаю слово своей коллеге Айсылу Хафизовой. Мама, папа, я и солнце. Так видят свою семью дети работников завода изопрена «Мономера». Фантазии на тему «Моя семья» они смогли изобразить в своих рисунках. Выставка работ детей нефтехимиков – одна из добрых традиций, которая существует на заводе ИЭМ. В этот раз свои работы представили более 15 ребят. Сам конкурс приурочен сразу к двум праздникам – 8 марта и 23 февраля. Галерею работ можно увидеть в здании заводоуправления. По окончанию выставки всех юных художников ждут приятные сюрпризы и подарки. Фестиваль рабочей молодежи акционерного общества «Нижнекамскнефтехим» набирает обороты. Фантазии участников нет предела. Творческие номера вызывают бурю эмоций и у зрителей, и у членов жюри. Как проходит отборочный этап, узнавала наша съемочная группа. Все самые веселые и креативные участники собрались уже на традиционном конкурсе – фестивале рабочей молодежи акционерного общества «Нижнекамскнефтехим». Будущие победители фестиваля показывают свои номера и удивляют своими талантами. Не стали исключением и прекрасные девушки из проектно-конструкторского центра. Многие из них только лишь недавно начали работать на предприятии и теперь с энтузиазмом принимают участие в фестивале. Это все опыт, на самом деле. Я уже 6-й год выступаю на этом фестивале. Да. Опыт. Молодые у нас в этом году пришли. В этом году первый раз они пришли на работу к нам. Да, на самом деле это самые такие ответственные люди, самые активные, самые позитивные. Отборочные этапы на предстоящий гала-концерт раскрывают поистине очень смелых и талантливых работников «Нижнекамскнефтехима». И по бурным овациям зрителей можно выявить лидеров фестиваля. Одним из таких выступлений стал номер коллектива «IM». Это и понятно, ведь рвение участников позавидует любой. Но как у ребят получается сочетать все самое лучшее? Коллективом думаем, сидим, размышляем, в кого что появляется интересное, просто как нагромождаем идею, и она как снежный ком просто растет. Лучшие творческие коллективы «Нижнекамскнефтехима» и их номера можно будет увидеть 3 и 4 апреля в Доме народного творчества. В первый день в 18 часов состоится фестиваль КВН, а на следующий день в 17:30 стартует гала-концерт. Евгения Смоленкова, Евгений Бормотов, Лисан Саитова, Н-Медиа. Весна, каникулы. И у родителей встает вопрос, как организовать досуг детей. Для времяпровождения с пользой детская библиотека «Апуш» организовала цикл мероприятий, которые могут привить детям любовь к книгам. На одном из таких мероприятий побывал и наш корреспондент. Библиотеку «Апуш» посетила известная поэтесса и переводчик Вера Хамидуллина. Встреча вызвала у ребят бурю восторга. А для самой поэтессы приятным сюрпризом стали выступления юных дарований. Понравилось, было весело. Пообщались с ней, познакомились. Она рассказала нам, как она пишет стихи, научила нас писать стихи. Мне очень понравилось, я рада. Приглашенная гостья не только прочла свои стихотворения, но и смогла развлечь детей. Авторские загадки, поэтический мастер-класс и озорные миниатюры никого не оставили равнодушным. Дети всегда хорошие везде, в любом городе. Я думаю, что детство, оно у нас, в общем-то, такое яркое, и все детки хорошие всегда. В конце мероприятия Вера Хамидуллина охотно отвечала на вопросы ребят, а затем в память о встрече вручила каждому авторскую книгу с заданиями на логику и веселыми стихами. К слову, подобные мероприятия проходят в библиотеке каждую неделю. Так уже 2 апреля состоится литературно-биографический урок с мастер-классом «Добрая сказка. Рукодельницам подсказка». Гузель Вазиева, Ксения Баринова, Марина Чернышкова, Н-Медиа. Это все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь. Встретимся в понедельник в этой же студии и в это же самое время.
Я напоминаю, что все наши новости вы можете найти на сайте media.nknh.ru, а также в группе ВКонтакте. Там очень много интересной и нужной каждому информации. Если же вы нуждаетесь в помощи для решения проблемных ситуаций или у вас есть интересная информация, которой бы вы хотели поделиться, звоните в нашу службу новостей по номеру 377-30. Программу вела Айслу Хафизова. До встречи в эфире. Всего вам доброго.